Эгэгэй, ребятки, всем привет! Сегодня с вами Такс и Томми выживают в игрушке под названием Астронир, где мы изучаем эту самую планету. Да-да-да-да-да, ребятки, именно мы сейчас будем тут добывать все, что мы найдем. Что мы с тобой найдем, это, конечно, вопрос спорный, но тем не менее, мне уже нравится концепция. На самом деле, про игру я мало что знаю, но это не унывает, так скажем, не убирают у меня интерес к игре, наоборот, его подпитывать, потому что мне хочется прямо сейчас здесь и все разузнать. И мы уже немножечко разобрались с управлением, поняли, что нам нужно что-то делать, что-то строить с нашей базой. Поэтому мы с тобой, братан, пойдем сегодня и будем изучать эту планету. Ау. Нажми на Y. Y, окей, Y. Какой Y? У тебя есть что-то? Но Q. У тебя есть солнечная панель? Что-то такое? Ну да, все это есть у меня, конечно же. Q — это мой рюкзачок сзади, как сказать, да? Да. Братан, побежали вот в ту сторону, там я видел, погнали. Были ресурсы, нам нужно их с тобой добыть. Мне нравится, ресурсы, что смотри, давай ребяткам покажем. Вот я достаю на Е регулятор, так этого скажем, рельефа, да? Я могу вниз копать, а ты наоборот строить. Покажи, как ты строишь. А ты наоборот выращиваешь горы, это очень прикольно. То есть если вот там ресурс, но в принципе это одинаково может повлиять, поэтому нам нужно следовать. Побежали быстрее, блин, побежали быстрее. Наверное, за тем маркером и там, наверное, что-то лежит. И мне, в принципе, интересно, что там может лежать такое. Так, это у нас что, кислород заканчивается, братан, 50%, очень-очень опасно. Давай, воруй, что там такое у нас? Так, вот это я, ну-ка, давай, скапливай. Я скапливаю ресурс, надо убегать сразу после этого. А ты зря со мной стоишь, ты бы что-то тоже делал так. Как ты его скапливаешь? Энергии нет, подожди, это кислород был или нет? Это был кислород. А, то есть мы сейчас с тобой насытились кислородиком, окей. Я не насытился, Лёх. Ага. Побежали туда, давай что-нибудь, Пошел обратно, чтобы поразбиваем здесь, окей. Я ворую какие-то штучки, они закатываются. Это энергия, окей. Слушай, вот прикол, да, то есть можно выживать, подожди, смотри. Подожди. Круто. Тебе нужно этим рельефным, так скажем, регулятором разбивать какие-то штучки, ты будешь получать кислород. У меня есть кислород, но он опять закончился. У меня весь кислородик уже подошел к концу. Блин, а здесь покрасивее. Хорошо, что я бегу прямо, потому что я могу потерять ориентир. Стало ярко очень. Да. Меняется день. Так, я вижу кислород. Кислород, братан, выглядит синий такой нарослью. Надеюсь, это он на дереве. Сейчас. Угу. Я вижу кислород. Так, это у нас какие-то, да. Есть соединение, есть. Отлично. Собираем соединение. Так, кислород 50%. Но нам нужно соединение, нам нужно его забрать отсюда. Желательно больше, потому что нам нужно улететь с этой планеты вообще нафиг. Вот. Хорошо. Соединение, нужно искать кислород. Это кислород, надеюсь? Голубенький такой. Так, давай. Отлично, кислород у нас есть, Живем, братва, живем, хорошо. Леха, ты тут... Хотя, стой, я смотрю. У меня еще энергия есть, это круто. Нифига умно. Органические соединения тоже неплохие, кстати. Давай органические соединения. Так, я что-то желтое беру, что это такое? Ага, у меня весь рюкзак забит, понимаешь? Мне нужно как-то добыть что-то для корабля и принести. А, все, энергия нет. Ну, я слишком далеко убежал, слишком далеко. Так, я вижу очень много кислорода, если что, есть вот там. Блин, нет энергии, я в какой-то канаве. Фак, это плохо. Там есть снежная долина. Ого! Кислород кончается. А тут все меняется, слушай, братан. Ну-ка, давай кислородику побольше, дышать надо чем-то. Кислород. Это органические соединения, где-то был. О, нифига, рудник целый. Господи, ребятки, офигеть. Офигеть, реально рудник огромный. Подожди. Соединение, давай. Кислород 50%, господи, опасно, ребятки, там я видел, есть, кислородик, есть, бегу к нему. Давай встретимся на базе на нашей, там что-нибудь обсудим. Да, я очень далеко убежал, капец, мне нужно добыть кислород сейчас. Да куда ты убежал-то? Давай, скапливай, кислород очень необходим моему организму для дыхания. Давай, отлично, могу дышать, так, давайте на Q посмотрим, у нас есть кислород, есть соединение обычное, это мы выкинем, и это тоже соединение обычное, нам не нужно вообще совсем нафиг, это я оставлю, так, пожалуйста, отстань, есть, у нас есть свободные ячейки, мы побежали вот к тому руднику, выкинь его, мне не нужна эта грязь. Так, надо сейчас как-то легко, может, смолу вырабатывать, находить. Я вижу там обломок какого-то летательного аппарата, офигеть. А куда ты убежал-то, как бы тебя найти? Там, этот у тебя показывает индикатор, кстати, где я нахожусь. Да? Нету, Лёх, тебя. А я не могу это соединение разрушить, прикинь, как странно. Понимаешь, нет. Ага. Давай, разрушайся. Какое-то оно странное, слушайте, ребятки, то есть я не могу его... Я могу забрать его как-то, а? Пожалуйста. Плес, я хочу забрать, то что-то должно быть. Какое соединение здесь? О, интересненько. Кислород кончается, ё-моё.
Генератор еще у нас есть, ребятки. Мы совсем еще все азы не знаем этой игры, но в принципе она интуитивно понятная. Если у вас какие-то идеи есть, пожелания, обязательно пишите нам об этом. А мне главное не заблудиться. А, подожди. Так, все в принципе-то здесь у нас что есть? Давай, 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 копай, 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 пожалуйста. Мне вот интересно, я сейчас просто прокопаю, то упадет. Фак кончается. Подожди, ага, это нифига. Ты, это ты. Ай, стой. Где ты? Что ударило? Я тебя вижу, слушай. Где ты, Икс? Вот. Так, соединение обычно, ладно, прихватим. О, с тобой. Я нашел что-то, подожди. Давай попробуем что-нибудь с базой сделать. Так, так, так. Ой, здесь должен быть кислород. Давай, добывайся, добывайся, добывайся. Самый последний, но главное, чтобы был кислород. Я задыхаюсь. Нет, сейчас Леха откинусь, все. Блин, 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 кислородик нужен. Задыхаюсь, тоже задыхаюсь. Давай, 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 это кислород. Скажи, что это кислород. Давай, соси, засасывай, засасывай, засасывай. Есть кислород, есть, 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 есть. Энергии нет. Энергии нету. Бам! Бежать, 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 бежать нужно, ребятки. А, нифига. Срочно, срочно бежать. По направлению, главное не умереть. А, крестики, кстати, это где ты в последний раз, наверное, скорее всего, умер. Да, да, да. Чтобы ресурсы подобрать. Водой... Подожди, я под какой-то водой плаваю. Что? Как умри, ты под водой Лех, оказался? Лех, умри. Не-не-не, мне такое предложение неинтересно, потому что я бегу к нашему дому. Это забаговалось? Давай, пожалуйста, беги, кислород нужен, задыхаюсь. Задыхаюсь, ребятки, нету кислорода нигде поблизости. Органические соединения, но кислорода не вижу. Очень стрёмно, очень стрёмно. Есть кислород, есть, 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 есть. Нашел хороший. Он не может его оттуда достать, все понятно, я сейчас умру, и мне нужно будет бежать сюда. А так, у нас здесь есть медь, отлично, медь это хорошо. Умру около меди, сейчас я до нее доберусь и заберу все свои соединения, и мы построим с вами. Смола нужна, да? Да. Так, отлично, у меня ничего нету, так. Где в последний раз именно я умер? Наверное, в той стороне. Так, да, ты там? Я там помирал, окей. Окей, туда подожди, иду. Подожди, сейчас я с тобой побегу, подожди меня на базе. Жду, жду, жду. Потому что нам нужно лучше, кажется, вместе бегать. Так, нет? Рюкзак этот мы забрать больше, нужно. Больше достанем, больше заработаем. Так, давай, ну забирай давай. К себе, забирай, 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 братишка. Все, воруй, воруй самого у себя. Отлично, хорошо, интересно. Так, о, какое управление, кстати, интересно. Так, там, мне нравится, нравится, все нравится. Так. А, вот, 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 ты все побежал, куда понял. Так, надо медь еще забрать. Так, да, кислород заканчивается, все, не все, медь. Так, тихо, воткнись, воткнись. Медь, где медь? Надеюсь, она у меня. Надеюсь, она у меня, потому что не гоже ее просирать, потому что вот, блин, не гоже, реально. Ой-ой-ой. Да, слушай, там какая-то кислород база кончается. Есть. Лёх, ну, у базы, кстати, базу? Кислород восполняется, меня это, конечно, радует всегда. Нет, тут какой-то, что это такое? Так, медь у нас. Какой-то камень. Так, окей, что у нас генерируется? А мне интересно, хочешь, я нажал кнопку, у нас что-то... Ого, генератор есть! Офигеть! У нас есть генератор. Я смолу, Лёх, нашел. Так, сейчас нужно бежать на базу быстрее, кислород кончается, фак. А. Так. Ну воткнись, воткнись. Блин, как сложно управлять, кстати, что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Почему-то я засунул органические соединения в реактор, и что-то должно происходить начать, хрен его знает. Леха, Леха, братан, здесь подписано. Я ничем тебе не помогу. Я сейчас откинусь. Ты добежишь, успеешь. Думаешь? Если не успеешь, то ты все-таки рядом с базой помрешь, и это хорошо. Успевай, успевай, давай, 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 сейчас вас... Все. Да. Красавчик, я слушай. Я не знаю, как смолу отдать. Смолу, смолу на Е нажми, на Q точнее, и вытащи ее из рюкзака и поставь вот сюда, куда требует штучка. Вот это вот. Сейчас, подожди. Давай, давай, туда иди. Так, что у нас еще можно засунуть? Генератор. Так, это у нас не видно ничего, ребятки, подождите. Что ты от меня хочешь, ты сложно. О. Вот, отлично. Покачал. Смола, нужно еще две смолы. Апгрейд. Апгрейд. Пошли, я знаю, где смола. Так. Ее там очень много. Органические соединения обычные. Медь. Меди нету у нас, ребятки. Тут. Соединение. Где эта штука? Окей. Так, подожди, у нас соединение можно в маячок переплавить. Маячок, окей, я разобрался с крафтами, ребятки, что этот маячок нам может дать. Эй, да где эта штука-то эта со смолой? Так, маячка у нас особо ничего как бы это крутого не дает. Его можно убрать и прицепить, наверное, опять же таки к базе. Нет, нельзя. Соединение органические засуну куда-нибудь тоже сюда, пофигу, не знаю зачем это и как это влияет, ребятки, потом уже все по ходу игры разберемся, потому что мне не хочется задрачивать какие-то форумы, просто хочется на ходу реально игру распознать, она очень интересная и сильно как меня втягивает. Это позволяет даже сделать, на самом да, деле, так. Не особо сложно. Ты смолу нашел? Я не помню где, но мне кажется, а я знаю куда бежать, Лех, хотя стой. Так, это у нас что вообще такое, соединение, энергия, ну, окей, понятно, да. Энергию нам не помешает с собой подобрать. Да, да, воруй. А, и нужно эту энергию направить на наш летательный корабль. Вот так вот. Вот так вот.
Вот так вот, ой-ой-ой. Ноги в рот, кислород 50%, а где? А где кислородик это взять мне, чтобы воспитать? Так, Лёх, что вижу, такое вижу, долго вижу. У нас? Господи, там пещера, слушай, огромная, надо туда сходить. Скажи мне, что это кислород, пожалуйста. Потому что я иначе что? Задохнусь. Отлично, кислород есть у нас. Добывай, добывай, так добывай. Это просто энергия? А, я энергию ворую. Ну нифига себе. Особо мне ничего не дает, это ну окей. А, топливо, топливо, братан, есть топливо, газолин нашел. А это точно нужно. Кристаллы огромные ломаю, слушай, у нас газолин есть или газолин, я не знаю, как это называется, но эта штука очень полезная. Вот. Так, я запомнил, куда я бежал, у нас ночь темнеет, мне очень страшно идти в эту пещеру, мне нужно принести газолин до нашей базы, потому что любое топливо для нашей ракеты это всегда хорошо. И, блин, мне хочется уже улететь отсюда и бороздить так, эти бесконечные звезды. Вот. Мечтательно смотря на них и буду думать, что где-то есть другая форма жизни пришельцев. И, в принципе, я задыхаюсь и ничего не остается, умирая, бежать до базы, словно актер, забыл, господи, лысый актер из, блин, фильма про астероид, Армагеддон. Упал, задохнулся. Брюс Уиллис, что ли? Да, Брюс Уиллис. Забыть-то такое бы сейчас, да, в 2К16. Да, конечно. В 17-м, Лёх. Смотри. Это я чувствую. Блин, идиот. Чё творю? Я нашел, где смола есть. Так, у нас есть газолин, мы его сейчас сюда достаем. Так, больше мы ничего с собой не принесли. Окей, понятненько. Возьмем рельефный этот восполнитель и будем копать себе здесь ров, потому что очень опасную и тупую мы вещь сотворили. Так, куда можно засунуть нашу штучку? Я сохранюсь, пожалуй, сейчас. Куда топливо можно засунуть? Давайте-ка, покажите нам, куда можно засунуть топливо. Побежал. Так, покажи, куда ты хочешь его засунуть. Топливо, засунь сюда. Топливо. Так, газолин, гидразин, ёпте в каку. И никуда, Лёха, слушай, не хочет засовываться. Ускоряйся, дурак, не хочу умирать. Ну пускай тут лежит, я еще сгоняю за топливом, потому что эти ресурсы нам не нужны. А, слушай, у нас еще вот здесь добегу, есть. Добежать нужно, смолу еще. А, я не до конца добыл в своем этом. Сдох прям в 5 метрах, да что ты будешь делать? А, я вижу. Ну-ка иди подбери, принеси все из рюкзачка и добавь до нашей базы. И да, давай вместе с тобой сейчас сбегаем, сейчас я соединение вот это принесу. Согласен. Давай, добывай больше соединения, потому что вряд ли оно здесь просто так лежит, оно может пригодиться на самых начальных этапах, короче, заговорился. И сейчас, братан, тебе нужно пойти со мной, ну, конечно, будет не круто, если мы будем с тобой один кислород на двоих делить, но как-никак так интересней. Соединение выкину тоже здесь. Так, стой, сейчас я подберу все, что у меня выпало. Так. Алюминий можно флюгер сделать, солнечная панель, это у нас соединение. Так, давай соединение, я сделаю солнечную панель. Давай, крафтись. Солнечная панель, братан, куда ее прицепить? Я пока смолы сейчас добавлю. Подожди, не вижу, ни хера не вижу. Так, рюкзачок отправься сюда, давай солнечную батарею. Ну куда ее можно установить, ну покажи. А вот сюда можешь? О, отлично, смотри, солнечная батарея есть. Теперь у нас будет энергия на базе. Так, дальше нам нужно литиум найти. Это у нас будут батареи. Соединение, опоры. Опоры есть, братан. Дай-ка соединение. Так, соединение, отлично. Разбираемся с управлением уже. О, как интересно-то, слушайте, капец. Что там строить? Сейчас посмотрим, опоры какие-то есть. Не знаю, за что я и куда я их могу отправить, эти опоры. А, установить опоры, это у нас кнопка Т. Так, давай куда-нибудь вот сюда установим с тобой, ну, поближе. Я установил опору, это не называется установил опору. Это называется бред. Ну, Т. Он не устанавливает, нафига она нужна, подожди. Я не знаю, куда и для чего эти опоры. Ой. Короче, хрен погоди, их знает. Может быть, кстати, на них можно солнечные батареи крепить. Так, титан у нас, это у нас баг. Соединений почему-то очень много, а во что можно энергию превратить? Так, соединение. Маячок. Флюгер, давай за алюминием с тобой отправимся в пещеру. Погнали. Так, а опоры-то для чего? Ребятки, напишите в комментариях, для чего нужны опоры, потому что я, честно говоря, не знаю. Я хочу вместе с вами познать эту игру. Если вы хоть что-то немножко о ней знаете, это очень будет замечательно. Погнали в пещеру. Погнали.
Давай, давай, туда бежим, бежим. Я не, чуть не в тупище. Чё, да блин, тут Лёха тут настроил какой-то штуки. Я в тех этих дебрях попадал. Лол. Погнали, там не провались слева, аккуратнее. Нужно добежать, во-первых. Беги, 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 потому что до нее, блин, еще чапать и чапать, а там еще нужно кислород найти, братан. Очень опасная вещь у нас мы сейчас. Мы сможем его найти там. Миссия опасная. Прыгай сразу за мной туда, просто не очкуй, а просто за мной отправляйся. Мы найдем по-любому там подожди. Что-нибудь. Кислорода мало. Тут банихоп помогает, нет? Так, тихо-тихо, ломай, ломай, ломай. Ломай, братан, внутрь, Леха, внутрь заходи. Леха, я что-то поломал, Лех. Тихо, ну ты как так прыгал? Вижу, кислород есть. Ты прикинь, как это так? Давай, вставай, так вставай, доставай, доставай. Я умер, нет! Вот, вот. Побежали, надо аккуратнее с тобой, братан, прыгать, потому что... Я сейчас, смотри, в земле застрял, Лех. Пошли, пошли, пошли. А ты еще раз туда хочешь? Конечно, конечно, там очень интересно, там можно столько всего добыть. Так на кислород найти самое главное. Мне там кажется, есть кислород, можем... но я разбился, потому что неаккуратно падал, надо под собой было ломать штучки, а ты нужен для... Ты слышишь, буря началась. Йо, быстрее туда. Бляха, муха, не добежим. Капец. Кислорода посмотри. Нету, слушай, опасно. Я вообще бежать не могу. Я тоже не могу, а что это такое? Это что с планетой? Ага. Вот это да. Что с планетой это, происходит? Ужас. Вот это погодка на ней. Ага, да. Булыжники, чего? Меня убило! Все, тебя убили. Меня офигеть, чё... Чё происходит с планетой? Давай свалим отсюда поскорее. Ну-ка, тап, нажимай. А, я не успел сесть. А тут одно место. Я понимаю, но у нас вообще... Я просто дохну. Куда мы полетим-то? Нам надо улетать. О. Тут такой жесть вообще происходит. Типа мы не успели, хочешь сказать? Я не знаю, чё тут надо... Блин! Я зароюсь под землю, короче, укроюсь от этих булыжников. Нет, 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 давай. Лезь, укрывайся, братан, очень стрёмно. Да. Очень стрёмно, очень стрёмно. Меня убивает моменталкой просто. Вот это капец. Вот это, вот, это, вот это поворот событий. Ё-моё, опасная планета какая. А-а-а. Ты ещё там живой бешеный. Стоишь? Да, мне нормально тут. Ну-ка, ломай, ломай, можно ломай. Можно сделать? Я знаю, что сейчас сделаю. Капец, я умираю и умираю. Ну слушай, утихла буря, я думал, все, мы не успели. Да. Какой климат на этой планете, он сумасшедший, он идиотизм какой-то. Да вообще жесть какая, вообще серьезно. Мне стало страшно вообще за себя и за нашу с тобой команду и космическую миссию, которую мы с тобой выполняем. Как мы ее с тобой назовем, кстати? Я не знаю, давай назовем ее просто супер буря какая-нибудь. Аполлон, Аполлон 21. Нормальное, звучащее такое. Вот нам нужно туда идти, там был кислород, братан. Здесь аккуратнее, не сломай ничего. Так, так, не так, сломал, так, кажется. Ломай, нужна энергия, ломай, 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 подожди, 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 аккуратно, не скачи, сейчас мы спустимся. Там был кислород, там был, нет, нет, опасно. Леша, я выжил. Выжил, хорош. Энергия, есть кислород, есть кислород. Кончается энергия. Вон, вон, кислород, кислород, братан, воруй. Где, я не вижу. Вот, 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 синенький. Фу. Вот, где? Иди сюда, да сюда иди, что слепой, что ли. А. Вон, синенький. Покажи. Кислород. А, маленький. Вытаскивай его оттуда. Как бы нам выбраться отсюда? Я как-то не особо его... Ты все забираешь, я не могу его забрать. В смысле? Вот появился, ломай. На Е нажимай, ломай вокруг него, он тебя будет засасываться автоматически в твою эту... В сундук, а ты его не наполнил наоборот, с этим говном. Я... Что? Вот ты забираешь его, понимаешь? Я наоборот просто землю делал больше, видишь, у меня какая-то... А, лол, давай тогда я тебе забираешь. Выкину кислород. А, ты а задыхаешься? Ты задохнулся? Что такое? Ты капец, объясните Славу, как, короче, ему там это, я не знаю, серьезно. Не, так ты имбовый персонаж, слышишь? Я могу просто присоединиться, знаешь, такому, как руднику с кислородом, а это что да? такое? На земле его не могу поднимать почему-то. Лол. Ой, неизвестный! На! Вирус какой-то убил меня! Серьезно? Нужно отправиться туда, срочно надавать ему люлей! Господи, опять завалился в свою же дырку. Давай, поехали. А подожди, как ты теперь можешь отправляться туда, если у тебя нет кислорода? То есть я могу тебе его добывать и скидывать. Как ты скидывать? Ну давай так попробуем. Я могу, ну у меня в рюкзак забивается кислород, да? Да при да, том, что я его проламываю. Я вот. Да, я понял. Он у меня организуется в моем рюкзаке, я тебе да, могу его скинуть и в твой засунуть. Вот, даже ну, не без твоих действий. Ну да. А почему мы не можем дополнять кислород, к примеру, в рюкзак свой дома? А может быть и так можно, хрен его знает. Слушай, кислород заканчивается, пока мы сюда бежим. Очень стрёмно и опасно. Ай, больно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спускаемся. Ты уже проломал. Стой. Тихо. Нет. Я не умер. Неизвестные вирусы какие-то грибки свои пускают. Ну их нафиг.
Грибки. Так, 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 кислород, 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 нужен кислород. Тогда, братан, знаешь, что сделай? Сходи в какую-нибудь другую местность, а мне нужно доставить вот эти, вот так скажем... Давай, давай, разделимся. Элементы. Я не знаю, зачем они нужны, но они очень клевые, и мне хочется их унести отсюда. Пожалуйста, в мой рюкзак это засунь. Так, все, выкини, больше у меня ничего с собой не было. Так, а это на что? Убери рюкзак. О, неизвестный вирус, можно его с собой забрать, офигеть. Только он не засовывается, его только тащить. Как давайте-ка посмотрим, что там еще есть в пещере, мне просто упал. Интересно. Заодно еще найти кислородику, потом... А, есть кислород, вижу, вижу, вижу. Уходим, пока что я не знаю, что отсюда можно вынести. Розовую хрень. А, кислорода достаточно здесь для того, чтобы его натыбзить к себе. Давай, 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 добывай, добывай, добывай. Нужен кислород, задыхаюсь, нафиг. Отлично, отлично, отлично. Вирусы, вирусы, кстати, на меня пускают какую-то болезнь неизвестную. Мне нужно от них уволячиваться. Это что такое? Надеюсь, это что-то превращается, эти камушки. Нет, нифига. Так, возьмем еще кислородику. Подышим. Отлично, кислород есть, можем пока уйти вглубь. Хотя, слушайте, можно еще кислородом забиться. А, энергия кончается, капец. А вот и есть энергия. Хорошо. Так, есть энергия для того, чтобы копать еще больше энергии. Эй! Прикольно. Блин, как я глубоко ушел, я заблужусь, нафиг, мне страшно. Серьезно, где я? Что это? Гидрозолин. Топливо. Окей, топливо. Топливо мы любим. Еще кислороду. Надо, задыхаюсь. Давай, давай, добывай, добывай, добывай. Тащи, тащи, тащи. Блин. Все, ребятки, я возвращаюсь, потому что очень опасно здесь находиться. Это что такое? Что за кристалл? А как это исследовать? Ну-ка, давай, давай, вытаскивай, вытаскивай. Мне хочется узнать, что это такое. Я могу это с собой унести? Понесли этот кристалл с собой, не знаю, что с ним делать. А, не знаю, не вытащу, ребятки. Побежал-ка я отсюда, из этой пещеры. У тебя как успехи? Эх, я, к сожалению, умер, не добежал. Я там какой-то нашел... Кислорода мало, ребятки, вот бы сейчас не добежать. Действительно, да, я заблудился. Так, энергия нужна для того, чтобы дальше выкачать кислород. Давайте спустимся, по-любому там должна быть нычка с кислородом. Кислородная нычка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я иначе умру, мне так нельзя. Нет. Вижу, вижу, вижу. Спасение мое. О, кислороду больше я надо. Я знаю, что тут есть подводное царство еще. Да, да. Вот мне хочется туда отправиться, но нам нужны акваланги, скорее всего, для этого. Наверное. Черт возьми, я заблудился. Это что такое? Костюмы, блин, тоже как акваланги. Как исследовать, да, ребятки? Как исследовать? Как исследовать? Как это делать? Исследование. Ну давай, исследуй. Ладно, побежал. Короче, нет времени на исследование. Я не знаю, честно говоря. Тоже напишите об этом мне в комментусы. Что и как сделать с этими минералами. Фу, минералами. Теперь мне нужно найти путь домой. Мне очень страшно, потому что я заблудился здесь. Налево вроде, налево уходил. Карта нужна. Карта нужна, но я, блин, еще понимаешь, здесь без кислорода почти остался. Не знаю, какие-то странные минералы вообще с собой несу. Есть кислород, хорошо. Забиваем, забиваем, забиваем кислородику. Уходим, уходим, уходим. Так, не отсюда ли я шел? Ой, это что такое? Что за минералы? Леха. Малахит нашел! Несу, несу срочно. Тут что-то дует. Он на базе. В смысле дует? Прям ветер. Птахопау, мне. Леша. А, у нас снова началось? Подожди. Я это... Так. Нашел выход! Выход нашел! Братан, спаси! Пожалуйста, мне надо выбраться отсюда! Нет! Леха, нет! Ты... Нет, 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 тут подожди! Это... Я, короче, научился способности переключать. Как? Ctrl плюс Alt. Нажми. Да? Подожди, да. Что-то хреново! Ctrl плюс Alt. Мне, нет, мне как ты... выбраться отсюда? А, да, вот, наращивать и убавлять. Да. Капец, круто. Давай, давай. Нарыл, короче, эти. Давай, выбирайся, выбирайся, родной. Кислород заканчивается. Бра, беги. Не знаю, что я вообще с собой принес. Мне бы еще дойти, потому что очень стрёмно. Ветер сильный, усиливается. Нужно бежать до базы, срочно, ребятки, пережить. Все, повалило. Капец. Я в воду попал, Леха. Я прорыл к воде. Красавчик, но я, понимаешь, я не смогу дойти. Прыгай, прыгай, родной. Прыгай, прыгай, уворачивайся. Давай, пещера, давай, пещера, давай, пещера, давай, пещера. Нет, не убей, убила! Твою мать, просто по голове хедшотом. Мне теперь нужно как-то принести мои ресурсы.
А подожди, а там нету ветра. Хм. Как так? Угу. Как так? Подожди. Смола, все, наш дом, окей. Но я помер там. Есть ли там мои ресурсы, которые я так долго добывал в пещере? Какого же хрена-то, а? Давай, 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 давай. Скажи мне, пожалуйста, что мое лежит все там. Вот, блин, мне не хочется это все стирать, это обидно будет. Ё-моё, Лёха, я около базы прожил, короче, пещеру путь. Подожди. Тут очень много. Ну, окей, я бежал здесь. Тут вроде здесь еще бежал или не здесь. Подожди. А где метка о том, что я умер в последний раз? Я не вижу. Я не вижу, но я помню, что там были ресурсы и было очень пыльно вокруг. Ничего нет. А у меня маячка, походу, не было с собой, представляешь, для того, чтобы умереть и распознать. Нет, не может такого быть. Да может, может. Мы уже построили исследовательскую базу. Вот я, в общем, разобрался, как это все устроено. Отлично. Сам, без каких-либо гуглов. И, в принципе, помните, в пещере в прошлой серии мы с вами нашли какие-то неизвестные метеориты и куски какой-то неизвестной дряни. И нам нужно их притащить сюда и заодно исследовать. Энергия у нас восполнилась, окей. Мы на этом боксе должны что-нибудь тоже построить. Так, у нас есть смола, кстати. Давайте-ка установим смолу. У меня тоже очень много смолы, давайте ее сюда вот установим, пожалуйста, давай. Родная, давай, устанавливайся, окей. У нас смола установилась, и дальше у нас нужно две смолы для того, чтобы установить здесь еще какую-нибудь штучку. Давайте мы с вами что-нибудь здесь делаем. Так, окей, давай смола, родная, вот сюда устанавливайся. Нет, там начинается опять метель, фак, нет, только не она. Метель, братан, беги. Блин. Скорее, беги, скорее, скорее беги. Я вряд ли успею добежать, если мы тут. Так, окей, смолу мы установили, убьет. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Ой, как принтер, далеко дом. Почему он наоборот написан, давайте-ка здесь вот станем. Я не знаю, зачем нужен принтер, но в принципе он нужен, наверное. Нужна медь, исследование, плавильня. Бляха-муха! Нам для чего-то тоже нужна. Транспортный бокс, алюминий. Давайте попробуем установить здесь транспортный бокс и, в принципе... А, нужен еще и алюминий, окей. Соединение, исследование, плавильня. Я хочу плавильню, но нужно соединение. У нас нет соединения никакого. Ё-моё. Совершенно. Кислород, ресурс. Где-то было соединение у нас, было. Ладно, впрочем, мы пока это оставим, мы потом решим, что здесь с вами установим. Пускай у нас этот бокс будет, а мы дальше с вами бежим. Я, кстати, научился расстанавливать, так скажем, вот эти вот штучки, которые нам добавляют кислорода, кислородную дорожку, где не дом, знаю. Где дом? Дом показывает, где, в принципе. Я знаю, да, но... Надеюсь, мне этих опор хватит, потому что кислород штука необходимая в любом случае. Так, давай, устанавливаю. Я иду прямо в пещеру. Не знаю, почему я здесь решил идти, но пришлось вот так вот мне проложить путь, потому что мы не до конца исследовали все, что там находится. Грустно становилось. Я ничего не находил. Кроме как, Так, еще есть опоры, ребятки. Эти опоры ведут тупо к нам. Так, давайте Е вот здесь подровняем землю, чтобы спуск был ровный. Ой, неровный, ребятки, совсем неровный спуск у нас здесь. Нужно здесь это все отредактировать. Такое солнце яркое, а это что такое? Нужно отойти, там какой-то неизвестный вирус. Ой, вирус, да, какие-то пауки посмотрим. Меня ударяют. Он расправил свои штуки. Это что такое здесь у нас? Что здесь такое в воздухе у нас? А, интересненько. У нас нету питания. И нету возможности выбраться. Так, я проломил здесь штучку, окей. В принципе, нормально. Давайте установим здесь вот так вот. Даже освещение у нас есть. Ох, как интересно, ребятки. Давайте-ка пойдем в ту сторону, там что-то есть интересное даже. Ой-ой-ой. Давайте вот сюда пойдем. И здесь я вижу какие-то совершенно новые виды живности. И... Блин, что это такое? А как это достать? Очень страшно, ребятки, давайте отойду, потому что ты, скорее всего, может ударить опять же по мне. Леха, возвращайся сюда на базу, как-нибудь там подойди поближе. Так, давай, тащи, возьми, захвати с собой, грабни, понесли. Так. Так, отлично, несу, ребятки, несу. Что? Неизвестное соединение, давайте мы его исследуем, у нас есть, в принципе, для этого все условия уже теперь. Доставить бы его еще нормально, а? Соединение. Сложно выбраться. Везде, по сути, соединение где-то, они же рядом. Да, братан, нам нужно нести вот это вот исследование неизвестное. Я хочу исследовать, очень интересно. Так, пускай это там полежит, а я пока взберусь и... Главное не просраться здесь. Оп, давай, подламывай. Хорошо, горочку делаем. Идеально, я уже обустроился на этой планете, а мое соединение вот все-таки там осталось, окей. Пошли, несем тебя, несем, погнали со мной. Ой, хорошо несется.
Сейчас мы исследуем, что это такое, и просто какую-то штучку несу. Мне интересно, что это за кристаллы, что это за метеорит, что за кусок неизвестного пластика, свастика. Давай, несись. Так, а где ты, Лёха? А, видишь, по радарчикам вон, в принципе. Мы сейчас с тобой встретимся, пойдем вместе с тобой в пещеру. Погнали. Да, нужно. У нас дорожка для этого готова, прикинь, кислородная, нам даже не надо добывать ты, его. Да, ты прям как джедай какой-то, что-то прёшь. Ну вообще, да? Вау. Сейчас мы это будем исследовать. У нас есть исследовательская станция. Эй! Так, где у нас станция? Вон, вижу. Смола. Ой, уронил. Ой, уронил. Аккуратно, не сломай только все. Так, давай, исследуй. Очень сложно. Давай. Засовываем и исследуем. Смотрим, что это такое? Вот мне хочется узнать. Че происходит? Ты что-то заработало, нет? Фильтры? Продать платформу исследовано. То есть опоры, баг, генератор. Так, слушай, нам для опор нужен титан. У нас был... это титан, это баг. Опоры, это у нас соединение. Давай соединение, кстати, братан, есть? У меня есть соединение, да. Кидай, я сделаю опоры. Вот оно лежит, забирай. Где? Да вот оно лежит, соединение. Лёш. Это? Вот, вижу. Все, отлично. Сейчас я сделаю себе опоры и пойдем дальше. Сделал. Можно в футбол, кстати, поиграть, реально. Опоры делайтесь быстрее. Так, закидываем их в инвентарек себе. Соединение поищу. Так, отлично. Так. Нет, больше соединений, в принципе, не нужно, братан. Люди. Мы исследовали какую-то штуку. Она называется продать платформу. Но Лёха, зачем мне продавать ее? Это что такое лежит? Ой, да в принципе я не знаю. Так, давай побегаем с тобой пока по кислородной дорожке. Подожди, тут какие-то шары. Это что? Где? Посмотри слева? По радарчику. По радарчику я тебя не вижу еще, пока мы слишком близко. Налево. Так. Короче, неважно, ты опять побежал своей дорогой, хотя я тебе предлагал пойти со мной в пещеру, я уже бегу в нее. Подожди, погнали со мной, у нас есть опоры, нам не нужно там Подожди, да, сейчас я добегу. Ну беги просто по островкам, вон я тебя вижу. Да, хорошо. Я их дальше устанавливаю, тут аккуратнее, не упади. Ой, что-то FPS у нас подсел. Я сейчас по-любому свалюсь. Да нет, нормально все. Вирус можно, кстати, исследовать и узнать, что это такое на самом-то деле. Найти антидот. Опасный. Так. Так, окей, вот сюда мы идем. Это что такое? Подожди. Это живое. Смотри, это живое, реально. Ах ты, а что ты под землей? Я под землей. Подожди. Офигеть, а это можно разломать? Ах ты что там? Что-то... Ломается, стремно, говорю, стремно, подожди. А это не она, это ты сам сломал? Энергия есть. Энергию нашел. Вирус, блин, ударил. Бляха-муха. Его как? Микробы пошли. Так, нужно спуститься вниз и там... Смотри, там много чего, кстати, интересненького тоже можно найти. Да. Так, ну как бы нам спуститься, очень опасно, слушай. Блин, прыгай. Вот туда. Хорошо, нормально. Нам нужно кислородную дорожку сюда пробить. Можно было по дереву спуститься, Лёх. Ну, и так можно, в принципе. Вот, все, кислородная дорожка есть, это самое главное. Неизвестный, смотри, есть тоже у нас объект вот этот вот. Его можно тоже исследовать и узнать, что он нам даст. Ой, беги оттуда. Бегу, вниз. Хорошо. Так, отлично, у нас есть чем питаться, есть тут чем... Нифига, сколько микробов этих всяких. Очень жестокое место. Давай пойдем дальше. Ой, тут ты меня напугал вообще сильно. Так, вот так вот ставим. Интересненько как. Так, и куда? Давай ломай, что-нибудь найдем здесь. Энергия. А ты что берешь? Не знаю, все подряд. Ну там опасно, может сейчас вирус раскрыться. Да. Так, у нас опоры еще есть. Вот это интересно. Не знаю, почему в ту сторону, но пошли туда. Там есть какие-то кристаллы. Энергии так много. И, кстати, по ним еще можно возвращаться. Это же капец, как удобно. Так, лотерит есть. Я не знаю, зачем он нужен, но его можно взять. Принесем его. В любом случае, он пригодится куда-нибудь. Да, для какой-нибудь платформы. Добыть нужно сейчас. Если он на нас будет... Ого! Дырка-то смотри, куда ведет. Там кристаллы какие странные. Он посвети туда. Так там неизвестный. Обычные, нет, подожди, его нужно... упал! Зачем полез? Неизвестный, смотри. Так, ты... Ну там ничего такого, Лёха. Малахит какой-то несу. Сейчас понесем, ребятки. Малахит. Ну не малахит, ну не то чтобы малахит, но какой-то совсем офигевший кусок чего-то непонятного. Давай тебе на исследование его передам, и как-то затолкать что-то надо. Подожди, где я? А вот все, вылез. Тут просто такие странные. Ага, он не захватывается. Так, давай туда закидывай. Понятно. Так он не залазит, заваливайся, он все равно упадет, сволочь.
Давай, давай, держись, держись. Как же сложно это еще выбираться-то, а? На самом деле, ребятки, я вам скажу, то есть я вообще не имею представления, как отсюда выберусь. И пока что проломаю вот здесь. Стой, стой. Во-о, интересно, все, хорошо сделал. Так, проломали, окей. Где наша исследовательская фигня? Вот теперь меня этот вопрос мучает. Куда она могла свалиться? Вижу, 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 вижу. Захватить бы сейчас ее. А почему не захватывается-то, а? А, понятно. Понятненько. Давай, неси, неси. Опа, чуть не свалился. Мне хочется ее забрать и понести, все. Понесли, ребятки, несем, несем, несем. Давай, ну ты, не застревай, прям, пожалуйста, родимый, давай, ты прям давай. Так вирус тащишь или как? Это не вирус, это не вирус, понимаешь, это какие-то кристаллы. Это лютая какая-то штука может быть. Мне очень интересно. Для начала мне ее нужно засунуть, но она не такая вообще. Ну, управление совсем, ребятки, ну, очень для меня какое-то... Блин, оно... О! Весьма своеобразное. Ай, вытаскивай. О, отлично, наконец-то, все. А, упала! А, так вон чё! Она скатилась, как футбольный мяч. Вытащи, так я упал за ней и сдох. Идиоты, отвечаю. Мистер умирает. Вот я больше маману, знаешь, того, что мы исследуем, это окажется дикая ненужная херня нам. Но мне все-таки предчувствие говорит, что это совсем то, что нам нужно исследовать. Здесь все нужно, нет? Потому что исследовательских моментов здесь на самом деле не так уж и много, и поэтому прям исследовательские. Давай, давай. Ты там вышел хоть? Я не могу это вытащить. Подожди, я попробую сейчас сверху это забрать. Подожди, это можно в рюкзак засунуть? Нельзя. Нельзя. Нельзя, вот, в том-то и дело. Это сложно носить, я не понял, как вообще подожди, это носить. Подожди, подожди, сейчас. Короче, короче, братан, просто. А, ну прыгай, ну ты ж, блядь, идиот, прыгал. Во. Братан, подломай, стой. подломай просто подо мной, подожди, мне сложно бежать. Подожди, я заберу. Дай ты мне ее забрать. Все, выпрыгивай. Сейчас я подровняю, потому что бежать невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой, еще хуже сделал. А как тут подниматься? Давай, давай, давай. Давай, беру. Взял. Так, давай. Здесь я хорошо вытаскивал. Я вытаскивал изи отсюда. Да? Да-да-да, вот несу. Подожди, как ты вылез? Телекинез. Эй, я не могу. А по дорожке иди. По какой дорожке? Ты обкуренный или что? Ты иди сюда, вот, вверх посмотри. Дорожка синяя, покуда идет. Короче, братан. Я доставил уже этот неизвестный объект в нашу исследовательскую лабораторию, и я теперь исследую. Вот мне интересно, ради чего мы с тобой сейчас старались. Вот что это там такое у нас? Открывается арбуз, и что? Что же такое? Арбуз. Покажи мне, пожалуйста, что-то полезное, что мне прям необходимо. Фильтры есть у нас. Окей, для чего эти фильтры, я на самом деле не знаю. И... Лёш, ау. Иди сюда быстрее, я еще одну штучку нашел, припёр. Так, фильтры, кстати, из соединения делаются генератор, маячок, можешь флюгер, солнечная панель, батарея, опора. Окей, у нас действительно теперь есть что-то полезное, это очень интересно. А, плавильню нам нужно сделать два соединения. Нужно добыть эти два соединения. Так, у нас есть энергия, алюминиевая руда. А, вот это интересно. Я теперь засуну ее сюда, потому что она так храниться будет более в удобном положении. У нас есть алюминиевая руда, но нету алюминия, но есть как бы плавильня. И нам нужно сделать ее из двух соединений, это будет очень круто. Где нам с собой добыть? Из чего ты добывал соединение, братан? А? Из чего соединение добывал? Просто такие пупырышки на земле лежат, серые. Пупырышки серые? Да. Интересно, интересно. Я хочу проломать эту гору, пробежаться, посмотреть, что там находится, потому что мне хочется все-таки все выше. Ага, там есть какие-то кристаллы наверху, и они, в принципе-то, интересны. И выше. Слышу, как ты дышишь. Кстати, насчет кислорода у меня вопрос, да, спорный, потому что я убежал не по той дорожке, по которой мы с тобой настроили, и кислород действительно уже в 50%. О, вот соединение, вижу, 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 отлично. Сейчас будет плавильня, и сделаем из руды алюминий настоящий. Больше соединения нужно, нужно, это нам вещь необходимая. Давай, 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 все, несем, а то задохнемся нахрен. 25% успеем. Но в принципе мы сюда добежали, у нас было 50. Ах, беги, беги, родной, беги, родимый. Очень мало, все, задыхаюсь, задыхаюсь, ребятки, умру, скорее всего, рядом с нашей базой. О, хорошо. Давай, 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 ты слишком рядом, ты слишком рядом для того, чтобы умирать, не можешь, давай, 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 цепляй. Цепляй! Ну, все, база рядом! О, хорош. Выжил? Да. Давай. Эпичненько, эпичненько, да. Соединение. Вот, твою мать. Давай. Не видно ничего просто. Плавильню делаем, ребятки.
Так, я сейчас тоже припру какой-то арбуз красный, здоровый. Окей, ты как нам в эту плавильню арбуз? Что-то засунуть? Не знаю. Алюминиевая руда, окей, я засунул. Нам нужна еще алюминиевая руда или же... Энергия, энергия. Так. Энергию мы можем засунуть, кстати, сюда. Смотри, так, Леш, исследуй вот этот красный арбуз. Ну отстань, продолжить. Почему все время эскейп рука тянется, а эскейп вообще здесь не нужен, очень глупо сделано. Так, Q. А ты вирусы засунул? Нажми исследовать, ай. Так, энергия. Засунем энергию и посмотрим, что это такое и как это начнет работать. Что это мы узнали, интересно? О, реально плавится, слушай, алюминчик у нас. Да. Конденсатор топлива. Е, алюминий, смотри, превращается. Для чего нам нужен еще алюминий? А исследование-то, что вирусов-то закончилось? Да, тебе написано было, что ты исследовал внизу. И теперь ну, у тебя это появилось как способность, понимаешь? Что? Ой, ты вообще какой-то тупой. Нет, мне ничего не написало, я знаю то, что пишется. Но ты исследовал, нажал А, и у тебя внизу написано было, то тебя сейчас рандомом что-то выбрало, и тебе написало, что ты исследовал, вот, на рандоме. Понимаешь? Но вот. Ничего не написала, Лёш. Ну ты, значит, что-то профукал совершенно. Вирусы. Ай! Опять это балда, который ветер дует. Маячок. Я в эту в канаву, короче. Алюминий у нас флюгер дает. Нам не нужен флюгер. Что, где? Солнечная панель. А, ничего нам толкового не даст. Литиум нам даст батарею. Опоры у нас есть, бак есть. Окей. А, как жестоко это нам с нами я... погода обращается на этом, блин. Сервачке. Ну здесь, да, в принципе, да, да. Мы можем это пережить. Нормально, нормально. Здесь он нормально стоит, кстати, и дышит хорошо.